Привет всем! В сегодняшнем уроке я покажу вам, как вы можете заработать 1 биткоин в неделю на сайте Free Bitcoin. И как вы помните, без вложений, без рефералов, без приглашений. И самое главное, на все это вам понадобится примерно 12 часов. Неделю я взял, так как 12 часов за раз просидеть на этом сайте нереально. А в день по 2-3 часа это нормально. Кто еще не знаком с этим сайтом, пройдите по ссылочку, которую вы видите сейчас на вашем экране. Посмотрите видео и как правильно зарегистрироваться и начинать зарабатывать. Вернемся к заработку. Как я уже сказал, вы можете заработать 1 биткоин в неделю на этом сайте. 1 биткоин равен на сегодняшний день 497 долларов. И в неделю 1 биткоин это выходит в месяц около 2000 долларов. Я думаю, это не так уж и мало, за то, что приглашать никого не нужно, центов вкладывать не нужно. И за 12 часов 1 биткоин это вполне неплохо. А кто уже знаком с этим сайтом, он прекрасно знает, что здесь есть такой раздел под названием Multi-Bitcoin, Multiplay Bitcoin, в котором мы можем играть на наши биткоины, которые мы уже заработали. И сейчас я вам покажу методику, с которой вы можете заработать этот 1 биткоин за неделю. Для начала мы должны выбрать ставку, на которую мы хотим играть. Этому я вас сейчас научу. Но ради примера мы сейчас сыграем на меленькую ставочку. Возьмем 10 сатоши, просто чтобы мы могли видеть, как работает эта методика. И возьмем 1 минуту времени. Я вот сейчас у себя на телефоне засекаю 1 минуту. И вы смотрите, как работает эта методика. 1 минуту. И потом мы просто это умножим на 60. Я нажимаю старт. Погнали. Так, вот мы один раз проиграли. Умножаем ставку на 2. Играем дальше. Этой же кнопочкой играем. Умножаем ставку еще раз на 2. Выиграли. Возвращаемся снова на нашу первоначальную ставку. Играем до тех пор, пока снова не проигрываем. Опять умножаем ставочку на 2. Если проиграли, снова умножаем на 2. Выиграли, возвращаемся обратно на первоначальную ставку. Проиграли, повышаем. Выиграли, понижаем. Проиграли, повышаем. Выиграли, понижаем. И все. Вот это вот вся методика. Секрет я вам покажу в выборе ставки. Секундочку. Так, минута прошла. И как мы помним, в начале у нас было 34 тысячи ровно на балансе. Ну, я думаю, в видео вы сможете это промотать, посмотреть. Сейчас у нас 34190. Значит, за минуту мы получили 190 сатоши. За 1 минуту. Теперь мы это сделаем все на 160. Простите, на 60. 190. Мы умножаем на 60. Как вы видите, 11400 сатоши в час. Это прилично. А сейчас вы поймете почему. Выбор ставки зависит от нашего баланса. На данный момент, например, у меня на балансе 34190 сатоши. Выбор ставки зависит как раз от нашего баланса. Если вам подписал. Если вы хотите играть на ставку высотой в 10 сатоши, то что мы сделали сейчас, ваш минимальный баланс должен составлять 10230 сатоши. Грубое правило, которое просто вы можете заметить по числам. Ставка должна быть в 1000 раз меньше баланса. Все просто. Если у вас на балансе 90 тысяч, ставка вы можете играть 90. Если у вас на балансе 920 тысяч, то вы соответственно можете играть на 900 ставку. И снизу я вам подписал. Вот сейчас это грубые числа. Это можно сделать намного быстрее. Это я взял числа, если правда человек очень медленный с мышкой. Значит, если вы начинаете со ставки 10, за 1 час вы удваиваете ваш баланс. За 1 час у вас становится из 10230, у вас становится 20460. Вы можете повышать ставку на 20. Соответственно, вы ставку увеличили в 2 раза. Значит, вам уже надо не час, а 30 минут, чтобы выйти
чтобы набрать еще раз 10 230. Значит, через 30 минут у вас уже 30 690, и вы повышаете ставку на 30. За 20 минут вы набираете еще раз 10 тысяч. Повышаете ставку на 40. Потом вам нужно всего 15 минут. За 15 минут вы набираете еще раз 10 тысяч. И так вы можете просмотреть столбик за столбиком. Все вместе. Вам нужно 3 часа, чтобы поднять ставку на 100. За 3 часа вы поднимаете ставку на 100, и у вас на балансе 92 070 сатоши. Потом, соответственно, по десяткам идти уже нет смысла. Вы точно так же за час выбираете ставку 100, за час вы поднимаетесь на 102 тысячи. Берете ставку 200, поднимаетесь еще раз на 102 тысячи, у вас уже 200 тысяч. И это все повторяется, только здесь уже в 10 раз больше. Но время вам нужно точно так же, 3 часа. За 6 часов у нас уже почти 100 тысяч сатоши. Интересно будет чуть ниже. После этих 6 часов у вас ставка 1000. И все уже идет намного быстрее. И после 4-го раза, простите, после 3-го, когда у вас ставка уже будет 10 тысяч, это уже самое интересное. Вы за этот цикл, который тоже состоит из 3 часов, зарабатываете 92 миллиона 70 тысяч сатоши. Но если посчитать все вместе, это все 4 цикла, 2, 3, 4, общая сумма у нас выходит 102 миллиона сатоши. 100 миллионов сатоши — это 1 биткоин. И на это мы потратили 12 часов. Я разбил это на 4 цикла, так как 12 часов за раз просидеть за этим сайтом — это нереально. Это такая нудная работа. Да, здесь не надо никого приглашать, здесь не надо ничего вкладывать, но это очень нудно. Но это очень-очень реально. Заработать 1 биткоин в неделю на этом сайте — это реально. Если кому-то понадобится эта табеля, которую я сделал, вы можете написать мне в Skype в личку, я его вам пришлю. Можете также копировать это видео или сохранить у себя его, чтобы мы могли смотреть. Но это вполне реально. Сделать на этом сайте 1 биткоин в неделю. Это во-первых. Во-вторых, на главном сайте у вас есть галочка, которую, если вы ее уберете, выплаты на ваш кошелек перестанут приходить. Пока галочка стоит, каждый понедельник вы получаете, ваш баланс аннулируется, и весь баланс переходит на ваш кошелек. Если вы эту галочку уберете, баланс ваш будет всегда стоять. Неделю, две, три, месяц, сколько вам удобно. Если вы это сделаете, и вы начнете играть на ставки уже не на 10 тысяч, а на 100 тысяч, вы, естественно, будете зарабатывать эти биткоины уже не за 12 часов, а за 3 часа вы уже сможете заработать 1 биткоин. Но это уже решать вам. Я вам только показал методику, с которой это работает. Сейчас я вам сделаю еще один маленький пример. Здесь мы брали ставочку 10. У нас сейчас 34 190. Сейчас мы посадим его опять на 34 тысячи. Вот мы проиграли. У нас 34 тысячи. Теперь я засекаю еще раз 1 минуту. Но ставку я беру 100. Вы посмотрите, сколько со ставкой 100 за минуту можно заработать. Я нажимаю старт. Поехали. Значит, выигрываем. Не делаем ничего. Проигрываем. Каждый раз после проигрыша мы увеличиваем ставку. Как только выиграли, возвращаемся назад. Проиграли. Повышаем. Проиграли еще раз, повышаем еще раз. Проиграли еще раз, повышаем еще раз. И так далее. Выиграли, возвращаемся назад. Так мы это проделаем минуту. Все, минута прошла. У нас было 34 тысячи, сейчас у нас 35 300. Значит, за минуту мы сделали сейчас 1300. Умножим это на 60. В
Сейчас у нас будет 78 тысяч на ставке 100 сатош. Почему я беру именно так, как в этой табличке, я вам сейчас объясню. Если вы играете так, что ваша ставка всегда в 1000 раз меньше, чем ваш баланс, у вас могут выпасть 10 проигрышных чисел. Я сколько играю на этом сайте, у меня еще за раз не выпадало ни разу 10 проигрышных чисел. Поэтому я всегда играю только одной кнопкой. Одной. Я умножаю на 2, играю, умножаю на 2, играю и так далее. В случае проигрыша, конечно. Если выигрываю, я только нажимаю на одну кнопку. Только в случае проигрыша я начинаю повышать ставку. Как выиграл, я опять возвращаюсь на первоначальную ставку и продолжаю дальше. И именно вот эта методика, что ставка должна быть ниже в 1000 раз вашего баланса, именно по этой методике я играю. 10 чисел проигрышных за раз у меня еще ни разу не выпадали при одной кнопке. Если вы кнопки меняете, да, здесь нет никаких гарантий. Но если вы играете одной кнопкой, 10 чисел за раз я пока еще не встречал. Я вам не даю гарантии, что этого не будет. Возможно, попадутся когда-нибудь кому-нибудь 10 чисел за раз проигрышных. Но у меня их пока не было. Все, вот это вот самая простая методика. Если у вас остались какие-то вопросы, смело в скайп. Я помогу всем. В принципе, все с моей стороны. В любом случае, методика работает, я ее проверил. Самое главное, не жадничайте. Это самое главное. Если у вас низкий баланс, играйте на низкие ставки. Если вы будете играть на высокие ставки, если ваш баланс будет всего, скажем, не в 1000 раз меньше, больше, простите, а он сожрет вас. Если 5-6 чисел неправильных выпадут, и вы, скажем, играете, у вас 10 тысяч на балансе, вы играете на 50, ставку 50, вы не продержитесь даже 10 минут, это я вам серьезно говорю. Не жадничайте. Если у вас баланс 1000, начните с одного. Если у вас баланс 10 тысяч, начните со ставки 10. Или потерпите чуть-чуть. Играйте каждый час. Вы можете каждый час здесь. Вот у меня, например, осталось 29 минут. Каждый час вы можете играть. Это долго, да, я знаю, это долго. И числа выпадают маленькие. Каждый час вы минимум получаете 402 сатоши. В зависимости от курса эти числа тоже меняются. Минимум 402 сатоши вы получаете каждый час. Максимум вы можете получить 0,4 биткоина. Соберите сначала себе баланс. И потом начинайте пользоваться этой методикой. Все, при вопросах смело в скайп. С моей стороны больше я добавить ничего не могу. Удачи всем. Пока.